Плотно заставленная автомобилями проезжая часть придомовой территории, машины на газонах и даже у контейнерных площадок для сбора мусора. Увы, знакомая картина для многих из нас. Но нехватка парковочных мест не оправдывает правонарушения. Правонарушителям грозит в случае ограничения доступа к контейнерной площадке штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За стоянку на участках с зелеными насаждениями от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Сотрудники Госатомтехнадзора регулярно проводят рейды для выявления таких горе-автолюбителей. Но помочь призвать правонарушителя к ответственности можете и вы. Сервис «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел» быстро определит ваше местоположение, позволит записать короткое видео и отправит его в ведомство. На запись видео вам потребуется не более 15 секунд. Обойдите машину кругом, чтобы видно было госномер и то, что она действительно припаркована с нарушениями. С помощью народного инспектора можно также призвать к ответственности за парковку на газонах, детских площадках и выброс мусора из автомобиля. Обращения, которые поступают от жителей, поступают в областное Московской области управление, где проходит модерацию, направляются уже по подведомственности в территориальные отделы, где мы уже направляем запросы, соответствующие по собственникам транспортных средств, и привлекаем уже к административной ответственности. На рассмотрение обращения и привлечение к ответственности правонарушителя уходят не более 2 недель. Еженедельно в муниципалитете выносятся более 15 постановлений. Всего же за последние 3 месяца жителями Московской области было отправлено более 7 тысяч сообщений о нарушениях. Более 2 тысяч автовладельцев были оштрафованы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.